Спасти не удалось. В Гродно мужчина утонул в Немане. Отдыхая с друзьями, он не рассчитал свои силы и скорость течения реки. А перед заплывом выпил алкоголь, сообщили в областной организации «Освод». С приходом жары традиционно отдыхающих у водоемов становится больше. Люди спешат на пляже, но часто забывают о том, что купаться в так называемой «дикой зоне» крайне опасно и игнорируют простые правила. Печальный пример произошел накануне в районе Рублевского моста. В запрещенном месте для купания, отдыхая с компанией, употребляя спиртные напитки, молодой человек, 29 лет, принял решение искупаться. Первый раз все закончилось благополучно, второй раз, зайдя в воду, как говорится, произведя нырок, он больше на поверхности не появился. Было немедленно сообщено свидетелями в МЧС. МЧС в 16 часов получила информацию, дала нам сигнал на спасательную станцию. После прибытия к месту трагедии водолазы «Освода» извлекли тело и констатировали смертельный случай. Две самые большие проблемы, которые называют спасатели сегодня – употребление алкоголя в местах отдыха и оставление в воде детей без присмотра. В минувшую пятницу на центральном пляже в Гродно водолазы спасли 12-летнюю девочку, которая пришла искупаться без сопровождения взрослых. А в субботу из воды вытащили 10-летнего мальчика. Играя, дети не заметили опасности и чуть не погибли. Всего же в регионе с начала года утонули 16 человек. 29 удалось спасти, четверо из которых несовершеннолетние. Рейды продолжаются. Увеличиваем количество рейдов в выходные дни, когда наплыв людей максимальный на пляже. Наши группы работают в двух направлениях – и с воды, и с берега. Пешие патрули разговаривают с отдыхающими на пляже, напоминают правила безопасности, призывают не заплывать за буйки, соблюдать меры безопасности, следить за детьми обязательно. Для отдыха выбирают только специально оборудованные пляжи. Напомним, в областном центре определены 4 зоны для отдыха. Это озеро Юбилейное, центральный пляж, лесопарковые территории с пляжами в урочищах Лососна и Пышки. Там постоянно дежурят спасатели, которые в любую минуту готовы прийти на помощь людям. Но и сами отдыхающие должны помнить, вода ошибок не прощает. А за детьми нужен глаз да глаз. И чтобы не заплывали далеко, чтобы не баловались в воде. Все безопасно, чтобы было. Как отдых проходит? Как водичка? Замечательно. Хорошая водичка, солнышко, замечательно. Вы с детками отдыхаете, вы знаете правила безопасности? Конечно. Соблюдаете, да, ли? Знаете, что в первую очередь необходимо? Зачем следить? Не заплывать за буйки, за все остальное, за ограждение. Вы за детками наблюдаете? Конечно. Это моя внучка. Спасибо. А как водичка? Хорошая. Теплая? Нравится? Нормально.